торжественно прошел праздник последнего звонка в средней школе номер 4 города Чашники. Начался он с приветствия выпускников. Им отведено почетное место на мероприятии. Они прощаются со школьной семьей. 11 А класс. Классный руководитель Мария Анатольевна Шашкина. 11 Б класс. Классный руководитель Татьяна Адольфовна Куцера. Сделав круг почета, заняли свои места. Поздравляя коллектив школы, учеников, выпускников с праздником последнего звонка, директор учреждения образования Елена Александровна отметила. По итогам 2017-18 учебного года в школе 55 учащихся будут награждены грамотой за отличную учебу и примерное поведение. Одна учащаяся 9 классов Шах Дарья претендует на свидетельство с отличием. Данилевич Виктория, Поздняк Валерия, Щербакова Юлия, Маркович Ирина, Бутер Юлия, Коваленко Алина, учащиеся 11 класса на золотую медаль. 156 учащихся в школе успевают на 7-10 баллов. Средний балл по учебным предметам у нас в этом учебном году 7,5. В течение учебного года вы, ребята, принимали активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях. По итогам второго тура республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам учащимися нашей школы было завоевано 11 дипломов. 20 дипломов было завоевано на малой районной олимпиаде. Данилевич Виктория, учащаяся 11 класса, на третьем этапе республиканской олимпиады по немецкому языку завоевала диплом 3-й степени. На счету наших учащихся в этом учебном году завоевано 34 диплома областных конкурсов по учебным предметам, 10 дипломов в районных и областных конкурсах экологической направленности, 30 дипломов в спортивных соревнованиях. Эти результаты и многие другие достигнуты учащимися нашей школы благодаря нашим педагогам. Наступают каникулы. В школе будет организован в 2 смены оздоровительный лагерь общей численностью 40 человек. 14 учеников 9-11 классов смогут заработать в трудовом лагере. Летние каникулы – это прекрасно, но вы должны не забывать о своей безопасности и помнить, ваше здоровье и ваша жизнь в ваших руках. Очень скоро учащимся 9 классов предстоит выдержать первое свое испытание – сдать экзамены за курс базовой школы. Успехов вам, учащиеся 9 классов! Выпускникам удачно сдать еще и тестирование, поступить в учебное заведение своей мечты, определиться и утвердиться в жизни. Затем слово взяли первоклашки. Мы в классе усидеть не смогли. К вам на праздник в форме пришли. Мы не просто Сережа и Лена. Представляете, мы ваша смена. Подрастающая смена прочла стихи выпускникам. Пожелала удачи, достижения целей. Выпускники обратились к классным руководителям, к своим первым учителям, с которыми так не хочется расставаться. Спасибо вам за все, что было, за вашу ласку и за труд. Хотим, чтобы вы нас всех простили. Другие вас, ребята, ждут. За теплоту, любовь, терпение, за то, что баловали нас, за мудрость и талант, умение. Спасибо! Говорим сейчас. Ведь здесь они получили не только знания, здесь они всегда чувствуют поддержку своих учителей. Были слезы, слова признательности, грусть расставания и волнения в преддверии новых жизненных испытаний. Классные руководители не сдерживали слез, вспоминали хорошее про своих воспитанников, те трудности, через которые им вместе пришлось пройти. И, конечно же, пожелали выпускникам успешной сдачи экзаменов, поступления в вузы, а в дальнейшем быть полезным окружающим. Не забывать школу, в которой провели 11 лет. Здесь они отныне желанные гости. Затем было фееричное, массовое, зрелищное исполнение школьного вальса.
которое не могло оставить равнодушным присутствующих. Прозвенел последний звонок. Его дал ученик 11 Б-класса Кирилл Таран и ученица 1 Б-класса Маргарита Качанова. Мы, дети счастливой чашницкой земли, и надеемся, что все наши большие мечты сбудутся. Звонок был грустным для учеников 11 класса, ведь они прощаются со школой, а впереди много новых испытаний. Загадав желание, виновники торжества выпустили воздушные шары в небо, после чего первыми покинули мероприятие. Пусть будут их надежды и мечты. В добрый путь, выпускники!